приметы веселого, всеми любимого новогоднего праздника встречали нас на каждом шагу в этом красивом подмосковном селе, где трудится коллектив петелинской птицефабрики. Но не только звон бубенцов, удаль русских троек, радостные лица ребятишек у новогодней елки, появление Деда Мороза отличают этот праздник здесь, в селе Чистцы. Всем понятны сейчас заботы новоселов. В канун Нового года фабрика закончила строительство еще одного жилого дома на 50 квартир. В селе очень много молодежи, молодых семей, ребятишек, и все они, конечно, торопятся к празднику переехать в новый дом. Квартиры в нем рассчитаны на разные семьи. Перед самым Новым годом строители, и муж, и жена Зерновы переехали в новую квартиру. Николай Федорович и Лидия Васильевна, мы вас поздравляем с новосельем. Спасибо. Наверное, за свою жизнь уже немало построили. Да, мы построили очень много. Работаем от души, строим много. И жилые дома, и животноводческие помещения. Мы, строители, очень рады, что когда люди получают на это новые квартиры. И очень рады, когда открываются кинотеатры, клубы. Супруги Зерновы строили столовую фабрики. Она открывается через несколько дней. Строят и новый дворец культуры, спортивный комплекс. Жители Чистцов надеются, что следующий Новый год они отпразднуют в новом дворце культуры. В следующем году будет построена и новая поликлиника, еще один жилой дом. Растет село, растут и его маленькие граждане. Фабрика приняла решение о строительстве нового детского комбината. Пожалуй, самую большую радость во дворе доставила красавица-елка.